Потребность в выпуске спортивного Зауралья продиктована самой жизнью. Сегодня, когда правительство региона берет курс на развитие спорта в области, массовое привлечение населения к занятиям физкультурой, когда активно ведется внедрение комплекса ГТО, остро ощущается потребность спортивной информации. Вкладка в газете как раз и призвана стать такой информационной площадкой, которая позволит жителям высказывать свою позицию на тему развития спорта в регионе. Безусловно, будут различные рубрики выходить, это и представление наших выдающихся спортсменов зауральских, и тренеров, и руководителей общественных организаций, федераций, то есть которые смогут на страницах газеты излагать свое видение развития спорта в целом Заурале и, может быть, того или иного вида спорта конкретно. Генеральный директор издательского дома «Новый мир» Игорь Суриков отметил, что спортивное Зауралье будет выходить раз в месяц по четвергам. Читатели, которые уже оформили подписку на областную газету, будут иметь возможность не только знакомиться с новостями спорта, но и участвовать непосредственно в их создании, рассказывая об активистах-спортсменах, тренерах, общественниках и просто неравнодушных гражданах, которые вносят свою лепту в развитие спорта в Заурале. Это возможность действительно на страницах периодической печати рассказать о том, чем живет зауральский спорт, что волнует, какие проблемы. Потому что, правильно сказал Александр Александрович, это не только какие-то рапортички, управления, как мы хорошо работаем. В том числе, я думаю, здесь на этих страницах и какая-то проблема будет подниматься, проблематика, какие-то дискуссионные вопросы будут развернуты. А нужно ли вот это, а нужно ли вот то? Я думаю, что Управление по физкультуре, спорту и туризму это поддержит. Стоит отметить, что подписчикам газеты «Новый мир» не придется дополнительно оплачивать печатное издание из-за добавления спортивной вкладки. Все расходы берет на себя региональное спортуправление. Александр Мироненко, Александр Менчиков, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».